arrived. This is all major. They can't beat us. The European super team that strikes fear into every opponent has dominated. Phase to the final, and Guardian is an absolute god. But the Americans are on their home turf and ready to shock the world. A historic victory here for American Counter-Strike. Nobody saw this coming. We're going to show to the world what Cloud9 is made of. This is what these teams play for. This is where history is made. This is the E-League Major Grand Final. Yes, welcome esports fans. We're in Boston for finals day of the E-League Major. Все зависит от опорника базы Б. Ну, вот это то, что касается FaZe Clan. Керриган играет на чек, не попадает, моментально уходит, меняет позицию на более закрытую. Но выход уже атака осуществила. Сложности здесь неизбежны, и его просто вышибает Ultimatic. 4 Первый минус в этом гранд-финале достается Ultimatic. База Б под контролем команды Cloud9. Бомба установлена, и для FaZe Clan предстоит очень непростое выбивание. Ну да, хотя вот есть Уловмейстер на интересной позиции, забирает Стюи, открывается против позиции Фореста, но поздно в упоре, не считает соперника, и Ultimatic сейчас станет, наверное, главной звездой этой пистолетки. Ну, 2 в 4, последний Гвардиан, один, одинешенек, и Раш спокойно его забирает, 1-0. Cloud9 в этом гранд-финале забирает первый раунд. Так, ну что, закваска раунда, один под Б, это Стюи, у него здесь стандартная роль, один человек остается, ой-ой-ой, Нейт. Хорошая граната Стюи. Врыв от Рейна под флешку. Забирает Ultimatic. Раш тут как тут. Да, разменивает тиммейта. Ну и вроде бы элемент агрессии как бы свершился, но пока никому не на руку. 4 в 4 равенство. Поэтому здесь может быть двойной сюрприз. Но опять же, очень долго ребята из Cloud9 здесь думают над финалкой. Ну, в любом случае, они будут выходить в преимуществе. Ну да, это радует. 2-2 по плантам стоят FaZe Clan, и это та самая проблема для команды, которая обороняется. Так, ну, мне сейчас что-то подсказывает, будет два шикарных фрага для шведа. Уловмейстер заметил, видит спину Стюи и спокойно его забирает. Итак, подсадочка на шифте не сработала, ну и дальше выходить на базу А будет сложно. Ника не подловит, это 100%. Здесь забайтит опять же игрок с КТ, это Гвардиан, отличный минус, размен Ника, ну и финалочка от него. Катуду, подожди, еще не сказал своего последнего слова снайпер команды Cloud9. Третий минус в раунде, забирает Уловмейстера, Керриган последний. Ну это легчайший для Керригана, но бомба успевает установить. Но опять же, нет какого-то фактора, который привлечет внимание призов к базе. Керриган, ой, слышали снайперскую винтовку. Хорошая флешка от Керригана, себе в лицо. В кавычках, конечно же. Конечно же. Итак, ну и выход по коврам не пошел. Напугали Керригана. Тем временем два человека выходят на центр карты и попробуют развалить там кабинеты. А Ultimatic уже находится в окне. Напугал Уловмейстера. Тот в лифтах. Начинаются поиски игрока в коннекторе. Ну а тем временем 2 на Б. Минус Рейн. Прикрыл. Ну просто прикрыл на все 100%. Друзья, 4 в 3 в меньшинстве. Cloud9. Сложная ситуация на Б. Керриган промазал. Для него ничего удивительного. Но вот как бы его тиммейты успевают прийти на помощь и ситуацию... Ну, Керриган дважды промазал, это ошибка, Уловмейстер. Ну, вот закрыт и не агрессивен, что, в принципе, выглядит для него безопасным. Короче, в последний раунд FaZe Clan вцепились зубами. Тарик врасплох застал Олафа, несмотря на, опять же, гибкость его позиции. И просто стоит на центре карты, ждет экшена, без шансов для Ника. Вообще, Стюи сбривает бомбардира команды FaZe Clan. Гвардиан 2 минус СВП, уже 2 в 3 в большинстве фейзы. Да, численное преимущество, отменная позиция. Еще один фраг, безумный фаскоп. Слышит соперника, и это 4-й минус для Гвардиана. Блестящая игра с джангла. Как действовать против экономического раунда команды Cloud9? Не хотят наступать на те же грабли. И играют в этом раунде очень аккуратно. Рейн выпад с ямы, Скадудова забирает. Там даже не выпад, а вот изи преф просто был. Прям прочекал позицию за дефолтом. Одной вот такой медленной вылазкой и минус раш. Еще один повелся на ковры. Ну и здесь жестко забайтили, конечно, ребята из команды FaZe. Очередные 3 минуса для Рейна. Будет ли квадрокилл? Стюи на контровском спауне. Рейн уже отправился за ним. Так, ну и FaZe начинает, в принципе, срастаться. Игра за нападение. Оу. Ну, второго заберет, будет красавчик. Но, опять же, все равно красавчик на второго не забрал. Опасность за яму, молотов, граната. Но, опять же, сильного урона не нанесли. После дыма идет выход вообще спокойно. Да, просто контактный выход. Сразу самые банальные и простые смоки. И в итоге... Да! Попахивает 15-м для Cloud9. Боже, бедный Стюи. Там точно тильт в самом разгаре, друзья. После такого игры не выигрываются.
Игры после такого не выигрываются. Так, кто в спине? Ультиметик. Ника забирает. 22% здоровья. Улофмейстер на голову. Ох, какая позиция отменная. Увольняет Скадудла, не давая ему реализовать АВП. 4 в 2. И это, друзья, это без 5 минут 15 раунд. Гвардиан еще один фраг. Шикарная игра от FaZe-клан в атаке. Пошел минус первый. Открывается моментально раш из-за искры. И здесь все сработало как часы. Ну что, первый маппоинт, возможно, отыгран, но Рейн будет бороться до конца. Рейн сегодня настолько хорош. Он даже больше, чем хорош. Еще одного. 100% здоровья до сих пор. 1 в 2 клатч, который может принести первый маппоинт в этом гранд-финале. Он не знает, где два соперника, но Cloud9 принимает абсолютно правильное решение. Они действуют вместе с Зигзага с одной позицией, играя на размен, дабы где-то случайно не уступить. Ну и будет ли здесь проверка? Да. Ну, выпад на Скадулу, да. Промах. Ну и начинается раскидка, под флешечку его выкуривают, приходит хелпа, кладется смок, кладется второй смок. Просто Тарик в тумане, его тиммейт за плентом, это Стюи, Стюи, выход на бенч. Отличный минус, но бомба ставится, и Скадудл только умудрился сделать фраг. И то, придя на помощь, видел зигзаг, разменялись любезностями, но выбивание все еще будет. Что происходит в этом раунде? Я не знаю, один игрок защиты держит под напряжением всю команду FaZe. Теперь уже не держит. Олафмейстер, шикарный минус АВП, Гвардиан забирает Раша, последний Ultimatic, и он один. На него вся надежда команды Cloud9. 16-14, друзья, и эта карта заканчивается в пользу команды FaZe. Сейчас будет FaZe-клан прийти в чувство. Тем не менее, на Мираже они смогли. Но там не было ситуации, когда у тебя два агента в составе. Так, Тарик горит, но все же проигрывает перестрелку Ника. Кстати, отлично ушел от флешки. Услышал то, что Ника заходит именно под нее. 46% здоровья остается у Басниса. И он будет продолжать создавать видимость присутствия на воде. Это первый минус для Ника на карте Overpass. Это первый энтрифраг, я тебе скажу, для команды FaZe-клан. Вот за серию, нет. За серию раундов. Нет. Раша забирали. Нет, в первом оружейном. Не, ну в первом оружейном. Воу. Реакция Скадудова. Гвардиан красный. Живет просто каким-то чудом. И Раш забирает Тарика. Вот за считанные секунды ситуация на карте перевернулась. Не, Раш забирает Ника. Ника, простите. Гвардиан все же додавил снайпера команды. Нет, это не снайпер. Что? Почему что вышел Стюи на перестрелку? Непонятно, абсолютно непонятно. В итоге за счет собственных ошибок игроки защиты просто дарят этот раунд команде FaZe. Олаф уже на пленте. Олаф уже во всеоружии, и Олаф идет давить дальше своего оппонента. Ultimate! Не дает жарко сыграть шведу, действует дальше в плент. Но если они сейчас примут этот раунд, это будет самый эпичный камбэк за раунд в истории. Ну тут инициатива ходит вообще. Ай-яй-яй, и Раш будет заходить с фонтана. Супер удобные позиции. И, ну, необычайно дикая ситуация. Отличный молотов Гвардиана. Понимаю, что снайпер там, но время идет. Время идет, надо все дергать. Все зависит от Раша. Раш видит спину Рейна, спокойно его забирает. Есть информация по последнему игроку команды FaZe-клан. Флешка от Гвардиана, граната. Это хаешка. Гвардиана, это граната, и она ювелирная. Дефьюз бомбы, и, по-моему, он успевает это сделать. Он успевает это сделать, это изи. Сейчас где-то зазвенели стальные шары, друзья. Ultimatic, что ты делаешь? Двигаются в сторону медла. Тарик, походу, слышал. Да, слышал шары, слышал проход на центре. Скадуду, просто великолепен. Ника там под Б сейчас, наверное, пойдет, да? Да, он так и хочет сходить на Б. Он всю первую половину за мячу приходит на Б. То есть он не делает там минус, он там просто приходит. А вот это, кстати, страшно. Посмотри, два игрока на длине, Стюи на базе А, и всего-навсего двое отвечают за прием базы Б. 2-4 выход от команды FaZe-клан, и давайте смотреть, как будет обороняться. Ну, здесь, пока что идеально. Да, здесь слишком четкий перекрестный огонь. Ника последний, но это шанс как бы разыграться. Заявите себе, что он действительно был в первой половине, хотя бы в последнем раунде. Ну да, потому что действительно половина и карты это проходит для Ника очень трагично. Отменный хедшот против Тарика, против позиции подвала. И играет на чек, понимает, что защита не будет идти до последнего. Но это намек на эйс. Итак, пойдет дальше агрессировать. Выпад на Скадудла. Видит плечик или не видит? Видел, он вроде бы заметил. Перемещается что творит на Ника? Воду. Нет, не видел. Да, Скадудл стен за стенкой стоял, это был X-Ray. Ну, короче, один открывается по стрельбе первого. И Ника в такой ситуации здесь должен действовать первым. Он еще этого не понял. Ты знаешь, теряет драгоценные секунды Ника. Но его можно понять. Он не понимает, откуда будут двигаться игроки защиты. Ну, игроки защиты действуют так. Бомба ставится за цементом. Не самый удачный коктейль Молотова. Бомба стоит, Ника. Ну, теперь только сумасшедшая стрельба и... Ну, почти есть квадрокилл, но раунд он не берет. Близко был Басниц. Крепление подвала, полное игнорирование позиции на центре. Ну, Керриган здесь играл сейчас
Но ему здесь придется рано или поздно отдать эту позицию. Ну и в подвале ребята из Северной Америки вообще не торопятся. Попытаются с двух сторон разыграть укрепление. Гвардиан, Гвардиан! Ой-ой-ой, Гвардиан очень жестко закрывает двух игроков, пытавшихся его пропикать. А Стюи при этом продал. Тут не в этом вопрос. Вот всегда самая проблемная точка — это подвал. Зачем вы туда идете? Вы в подвале бомбу не поставите, все правильно. Но оставшиеся три игрока, я это понимаю, идут на Б. Так, а Ultimatic уже вышел под базу Б. Ну, здесь Олафмейстер двойные проблемы обеспечивает своим оппонентам. Подожди, тут 3 в 3, но 2,19% здоровья у игроков команды Cloud9. Ну, Калашников от Рейна, Керриган с Галилом. Рейн тоже находит Ultimatic, Рейн минус Тю и последний Скадудл, ну, один против троих. Ну, либо сейчас он делает чудо, либо никогда. Так, Керриган попал со скаута, есть информация. Красный Гвардиан. Это, кстати, Гвардиан попал со скаута. Да, надо, кстати, закрывать, но здесь, знаешь, первый, кто умирает, если это будет не ска... Ой-о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 й
В отпуске обсервер называется эта картина. Rush. Флешка над монстром. Зиг плюс монстр. Так, сочный, ну, смог. Моменталочка против Оловмейстера не работает. Это Лоломейстер выход. Он просто посмеялся над соперниками. Rush. Второй в звене. Ну, тут уже все. Ника забирает Раша в зигзаге, Стю и последний, и это раунд 5 в 0. Ну, такого проверяют, по идее. Вот это залепил. Вот это сейчас был ультрафейл. Рейн просочился. Просочился, сделал минус на центре, на него идет уже охота, но он здесь труп. Рейна должны забирать. Он здесь труп. Рейна забирает, правда, инфа по бомбе была, но, опять же, ситуация по карте для ребят из фейс-клана абсолютно непредсказуемая. Они не аркадили с базы Б. Керриган не смог принять подвал. И только Олаф на центре сейчас может внести лепту в этот раунд. Он дает инфу, что на туалетах никого. И игрок на базе Б, он же Ника, должен быть сейчас максимально внимателен и собран. Все будет заканчиваться у него. Cloud9 здесь уже не развернуться. Ну, кстати, к Ника, по идее, должен отправляться Словак на помощь и как-то помогать своему опорнику. Но Словак пока что на плентечек и длину, и... Момент истины для Ника. Раунд человек, который провалил полностью первую половину, который пытался ее спасти в последнем раунде. Ну да, и здесь в итоге сейчас или никогда. Вот что мы сейчас с вами увидим. Пошел. Нет, все, он здесь труп. Да, это Ника. Ой-ой-ой-ой-ой! Втроем не смогли убить одного. Ника и Тарик, отрезающий толпу. Что происходит? Сопов. И он увидел, не видит спи... Он видел, видел. Проверил здесь скадудла. Надо закрывать, надо. И ой-ой-ой, еле-еле, но справился. И выход на аплен. Здесь очень отменная встреча от Керригана. Правда, только один минус. Демейджа нанес, зато нормально. Позиции на машине. Сразу молотов на хелпу. Гвардия, ну, здесь не выбраться. Молотов. Итак, 3-4. Бомба стоит. Вот на самом деле это один из тех самых шансов, которыми могут воспользоваться Cloud9. Ну, если Ultimatic не забирает Олафа, то здесь будут проблемы. Пропушил Тарик. Смог. Минус Гвардиан. Рейн. Раша забрал. Ultimatic. Против длины Ultimatic. Отличный фраг против Рейна. 2 в 2. На волоске ситуация для ребят из Face Clan. Ой-ой-ой, как разминулись тайминги, позициями. Тайминги. И непонятно, где второй. Не видят Тарика, тот на банке. Это 16-10. Они смогли, друзья. Они смогли реализовать этот маппоинт. Вновь через второй мидл действует команда из Северной Америки. Занимается бойлер. При этом занимается не скромно, не медленно, а очень даже агрессивно. Показывает свою дерзость. И, видимо, готовы выходить на центр. Посмотри, все здесь. А там агрессия на банане. Номер один уже проверил дугу и знает то, что там никого нет. Но не до конца. Играет на чек. Играет на чек. Ну что, дожидаются дыма второго на медле. Пошла раскидка. Продлевается дым игроками защиты. Дым падает на 15. Четыре игрока команды Face Clan постараются остановить этот выход Cloud9. Да, но тут очень кровожадный момент вот для Cloud9. Здесь будет сложно разыграть. Слишком большой. Что творит этот швед? Гвардиан забирает скадудла. Слишком маленький диапазон позиций они проверили и закрыли своими смоками. Это абсолютно непредсказуемо. Врыв пошел. Тарик первый. Чек плунта. Дым уже на колбе. Оловмейстер проштрафил бомб керри. Ну, тут, конечно, на скилле, на опте. Подбирается бомба. Б1. Врыва дальше нету.
Отличные флешки, но опять же... Так, Олафмейстер, посмотри, что творит. Второго забирает, только Скадудву сдается остановить шведа. Но он оставляет своей команде отличный шанс сыграть 3 в 3, врыв упор. Гвардиан против Тарика, Скадудл забирает Керригана. Полная ахинея происходит сейчас. Бомбу дадут поставить? Ну все, все, бомба стоит. Скадудл минус Гвардиан. Рейн последний, Скадудл мажет, но раш... Под крики зала там сейчас, конечно, работают втроем на Б ребята из команды Cloud9. И посмотри, здесь решили... Аркада база Б. Да, и очень все агрессивно а делать. Там три но на приеме. Здесь есть раскидка. И есть флешка, и заход должен быть. Ой-ой-ой, минус Стюю. Что происходит? Что, Тарик? Тарик двоих забрал. Гвардиан минус Ultimatic. Знаешь, на этом мейджоре я удивляюсь профессиональным игрокам на этой карте по одной простой причине. Самую банальную, известную всем подсадку. Вот не проверяют вообще два групповых этапа. Все забили на нее, там никто не сидит. Но ее сложно проверять. Слишком много позиций на базе Б, которые тебе надо чекнуть. И вот про подсадку. Ты рассчитываешь, что она будет в блайнде, она будет отрезана смоком, на все что угодно. Так, итак, выбивание 3 в 3. Смок на бомбу, дефьюз бомбы, Тарик. А все? Все, быстро. Все, закончились быстро. Американцы. Так, Стюй уже изрядно пострадал. Ну, таких проверяют обычно. Нет, не проверяют таких обычно. А вот тебе и укрепление на базе Б. Работает. АК-47 плюс ТЗшка, два минуса. Ну, вот теперь надо остановить выход на базу. Так, а Ultimatic сейчас за Аркадил услышал. Рейн услышал. А это бомба. Они оба друг друга услышали. Ой-ой-ой, сами себя в ловушку загнали ребята из Фейс. 2 в 5, Гвардиан и Рейн. Кстати, заметь, как чуть более агрессивнее стали действовать на банане, так все получилось. Закрытая защита, может, и хороша, но... Здесь сработало абсолютно против команды Cloud9. Став чуть-чуть поагрессивней, они внесли, конечно, долю рисков своими действиями в результат, но все получилось. Итак, Рейн, выход по коврам. Прямо идет на снайперскую винтовку Тарика. И это легкий минус. 13-9. А вот это уже интересный. 2, вот это жесть! Что это было? Какой разрыв! Но Тарика не ждут в планте. Тарик — это последний шанс команды Cloud9. Ника дает про него информацию, пропрыгивает. Ну, Тарик уже, как ты говоришь, не жилец. Да, здесь без шансов. Б1 закрыто. Скадудл раш. Ну, тут только сейв. Как жестко фейт. Они моликом не дали отойти. Кинули флешку, и два игрока просто заблудились в той ситуации. Ой-ой-ой, вот это ловушка. Да, максимально грамотный коктейль Молотова, и в итоге провал. Укрепление базы Б не сработало. Как жестко выбить банан от Фейс Клан, друзья. Три человека на базе Б просто подарили раунд. Ну, когда ты отдаешь такие раунды, это тяжело. Так, тут попытка сделать раунд-буст. Или попытка красиво погибнуть. Ну, будут оформлять ретейк. По идее, деньги позволяют, если идут до конца американцы. Ну, время уже тут будет сейчас. 15 секунд есть на то, чтобы забрать троих игроков команды Face Clan и разминировать бомбу. Ну, знаешь, миссия невыполнима. Rush есть первый минус, забирает Гвардиана. Ну, а здесь на размен игра. Здесь ты ничего не сделаешь. Ой-ой-ой, сделаешь. Три минуса сделали, но бомба взрывается. Продлевается. Ох, флешка даже здесь на врыв. И вот непонятно, это Керриган. Керриган спалился, что он в коврах, он стрелял. Подожди, это фейк? Это фейк, и выход на базу Бести Уви. Очень важный минус на банане забирает Олафмейстера. Да, не удается и пройти. И стягивается номер 9. Но... Именно Стюи уходит с Бэтлента. Ой-ой-ой, как здесь везет сейчас. 8 секунд. 6. Стюи, минус Гвардиан. Надо ставить бомбу. Стюи, просто герой. Бомбу. Стюи, квадрокилл. Керриган последний. Это овертаймы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Гранат тоже очень-очень мало. И это очередная попытка скрыть оборону база. Скадудл не прощает Ника. Да, работает твердо, немножко замешкался. Но опять же, Молотов его здесь спасает. Еще одна флешка в него. Ну, вот не действует под свои собственные флешки. Ребята из Фейс дают играть. Да и тут еще и Молик. Рейн. Попытка просочиться в дым. Отбрасывается еще одна флешка. Приходит Тарик, но уже вместе здесь можно действовать. Тарик не проверит. Спокойно. Там... Да, там вот это, кстати, Рейн. Это может закончиться очень даже интересно. Рейну удалось просочиться в смоках. Есть минус по ультиметику. Это комбо-бомба от Рейна, друзья. Там Стюи на банане. Точнее, на базе Б. Там два человека на Б. Уже идет заход. Но не, Стюи здесь спокойно справляется. Скадудл на размене.
Хотел сказать до свидания Олаф Мейстеру, но все же Олаф будет играть очень интересный клатч 1 в 2. У него есть на это и время, и все остальное. АВП. Он подобрал АВП, и, возможно, этого ребята из Cloud9 не ожидают. Возможно, сейчас он... Ой-ой-ой, замешался по времени, и здесь Банан против него играет. Он делает минус 20%, здоровья остается. У Тарика нет гранат, он должен выходить строго на стрельбу, и это... Тарик! Ха-ха, делает этот минус, друзья. Ну что, выход на базу Б против одного ника. Номер 3 к нему только-только перетягивается. 5 против 2 игроков. Очень быстрый заход. И по-другому и не скажешь. Очень так, своевременно открывается. Ника, первый минус есть. О, какая ошибка! Это Fatal Error, друзья. Это Fatal Error. Они не заходят. Они отдают бомбу в хелпе. Бомбу подобрали. Гардиан должен был видеть этот момент. Тарик, кстати, чудом бомбу подобрал и постарается ее установить. 2 в 4 ситуация. Выбивание очень, ну, казалось бы, комфортно. 2 в 3 через подсадку действовать пытались, но не 2% вышло. 2% здоровья у Тиматика. Надежда на Тарика. Ну да, но у Тарика 43%, и он здесь на самом-то деле не выглядит тем персонажем, который в этом раунде должен будет все сделать на максимум. Еще Ultimate один минус. Это третий минус от Молодого. И Тарику надо играть всего. Он делает минус. Они остаются один в два. Чемпионство. Гардиан заходит на план. Действует. Забирает первого, забирает второго. Какой провал от Cloud9! Вот иногда на Gold TV не слышно, но, видимо, Скадудл не выстрелил. Хороший заход на точку. Тарик. Тарик бетонирует базу А. Да. Два минуса в его исполнении и... Неужели остановит Олафмейстера? Олафмейстер в дыму. Он понимает, что выходит, его контролируют. Он, смотри, он выходит из дыма, застает врасплох. Первый уходит обратно в дым. Гардиан забирает Раша. Как жестко разыгрывают фейс. Кадудл не знает, что делать. Ultimatic спас ситуацию. На двадцатке есть враги. Они заходят в плент и не знают, где Скадудл. Он не может оттуда уйти. Нужна подмога, подмоги нету, его пытаются пропушить, это зажим в дым, но он умудрился выкрутиться. Скадудл! Это ноускоп и фраг по Ника, две ошибки, и это еще жесть. Два чемпионшип поинта, как же круто разыграл Скадудл в эту ситуацию. Но опять же, ребята из Cloud9, ой-ой-ой, ребята из Cloud9 тоже здесь молодцы, вот позицию сейчас выдал свою. Очень грамотно американцы распоряжаются гранатами, все идеально по таймингам, нет никаких лишних действий. Ну, посмотри на позиции базы Б, и именно туда идет атака. Номер 3 оставляют играть в арке, он проходит в соло. Номер 7 его здесь должен будет абсолютно спокойно забирать. Тут как-то не проверяй, ну, в такой позиции Тарика ты не ждешь. Тарик. Первый минус есть. Итак, атака на базу Б. 25 секунд до конца этого раунда. Ника Стюи забирает. Ultimatic с подсадки. Ликвидирует Босница. Причем дальше не врывается, подсаживает следующего игрока. Подсадка работает два раза за раунд. Забирает Тарика. Идет врыв на плент. Гардиан остается в ситуации 1 в 2, но на поставленной бомбе. Только Словак может спасти эту карточку для команды FaZe Clan. Играет на позиции тройки. Одного оппонента отрезает с банана. Скадудл не торопится, но теряют время ребята из Cloud9 сейчас. Нет гранат у американцев. Да. Посмотри, они должны действовать идеально четко по таймингам. Но хоть есть дефьюзы, это тоже... Можешь не радовать, Скадудл! Словак. Ой-ой-ой. Это ГГ, друзья. Cloud9 становятся чемпионами мира, чемпионами этого мейджор-турнира. Они... Это невероятная почёщина в лицо команды FaZe, друзья, вот их эмоции. Это историческая победа для организации. Команда впервые оказалась в гранд-финале мажор-турнира и обыграла для себя, ну, наверное, самого сложного соперника.